I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the streetlight. Been spending most of the night. Got the situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the state, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker, and my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things are going, I don't know. So blind to see that the ones we hurt are you. Так, здравствуйте, дорогие друзья, товарищи. Сегодня... Подожди. Здравствуйте, дорогие друзья, товарищи. Сегодня шел мимо и увидел вот эту импрезу в купешном кузове. И, короче, начал фотографировать и снимать видео. Подошел к этому человеку, говорю: дяденька, дайте мне немножко поснимать. Он говорит: ну давай немножко поснимаю. Я, короче, стесняюсь, но снимаю. Этого человека зовут Виталий. Здорово. Здорово. Как сам-то хоть? Чем по жизни занимаешься? Да вот ехал на работу. Увидел Антона. Раз-раз. И все, да? И забыл про работу. И задвигался, да? Решил покататься. Но зачем? Нет, работать? Хорошо, когда работа такая. Вот увидел кого-нибудь и работа вообще. Это замечательно. То есть ты работаешь для души, можно сказать, да? Конечно. Как у тебя никто там, никакое принуждение ничего не делает. Когда захотел, такая, свободный график. Можно так сказать, вообще четко. Молодец, прямо давай я прямо за эту руку. Слушай, я смотрел, если честно, я смотрел, да, на Drive 2. А, да, у тебя блог. Там я нашел, да, получается? Да, у тебя там блог, короче, я про нее читал, что ты ее из Москвы привез, что здесь вообще как бы не мог найти это, в купешной будке вот в этой. Да, машина очень редкая, это будет третий Subaru уже. Искал именно купе, это самый-самый легкий кузов, самый легкий Subaru. Легкий, быстрый, вещаю. Сейчас я посветлее что-то сделаю. Чистокровный STI. 280 сил завода, полный привод, турбина, драйв, адреналин. Справа машина не в стоке. Ей было около 350 сил. Когда сколько? Ее сколько ты взял? 350 сил. 350 уже, да? 280 было в стоке, ее в Москве немножко переделали, она, видимо, для спринтов была сделана, то есть очень грамотно настроена. Вольтехна была Брегиневичем, известный человек во всей России, настройщик. Мост был здесь очень дорогой, Мотек. Турбина твинскрольная, то есть такая, которая работает в широком диапазоне. То есть чисто спринтовая, то есть она быстро спулишься, 37-я VF-37 стояла турбина. Очень такой оптимальный среднячок на 330, может 350 даже сил, смотря. Здесь вот, кстати, в сиденьях неудобно боком сидеть вот так, облокотиться на стекло, потому что сиденье с боковой поддержкой. Сиденье, да, это сиденье, это все заводское, штатное. Да, четкие сиденья, что как раз вот для спринтов. Удобно, да, в поворотах все это очень классно. Вот. Взяли мы все это дело, она немножко масло подхавала. Проездил я сколько, где-то год, наверное, потом у меня разводился мотор, прогорел поршень, сломала вкладыш,
все это вместе, ну, любая поломка к тюнингу, и стали очень сильно заморачиваться, вернее, стали думать, что делать, мотор собирали около полугода, не спеша. Ну, слушай, я вот смотрел из всего этого происходящего, как говорится, тюнинга, апгрейда, мне понравилась покраска кузова, самое такое красивое зрелище. Как там ты выкладывал, она вообще без ничего, один кузов в синий покрасили. А до этого она тоже синяя была? Она до этого вообще с завода она была серебристая. Ее перекрасили в Москве в синий. То есть, ну, это субаровский цвет, для пятерки синий. Да, почти все Subaru синий цвет. Да, цветом. Покрасили в синий цвет. Мы уже здесь поставили на ней расширение, во-первых, что самое главное здесь, в РЦ. То есть полностью в круг поменены все четыре крыла, то есть они дутые. Все четыре крыла, два бампера, пороги, все это было менено и покрасили в эксклюзивную краску Кэнди, что в переводе леденец, то есть она... И она стала как леденец. Переливается, так скажем. Но многие говорят, что это как бы не для Subaru, Subaru должна ездить в ралли, у меня машина на каждый день, то есть на ней налет, ездить не планирую, уже в ралли ездить не планирую. Телки, наверное, хотят ее полизать, леденец, цвет такой. Диски не лизали? Еще не пробовали. На всяких там этих фотосетах, там конкурсов всяких. Вот, а по мотору я говорю здесь, то есть мы поставили фазный мотор от спекция головы от 2003 года праворукой. Мотор здесь полностью шортблок 207, проводку сращивали, потому что она подходит от ГЦ и от ГД. Ну, слушай, я как бы не Subaru, вот я не могу ничего сказать. Для всех так вкратце. Да, ты говори для всех. Поставили большую турбину, то есть одна из самых больших турбин, ТД-0620. Одна из самых больших турбин, которая влезает в стоковое место, потому что колхозить, ну, что-то как-то это дорого было, и, наверное, не совсем хотелось. То есть поменены форсунки, тысячные стоят. Форсунки, фазные головы, турбина, прошивка, в принципе, все, что с машиной делано, оно именно по мотору, то есть остальное, ну, практически стоковое. На стенде сняли 330 сил с колес, это где-то 380 с мотора. Ага. Вот. Ну, тебе хватает? В принципе, вроде едет, да. По мотору, так как мы повысили буст, то есть стоим 1.5, как у нас вот 1.9 показывает дефи. Немножко холодно сегодня на улице, сколько градусов? 20, наверное, то есть, ну, немножко передувает. Так стабильно 1.5, то есть здесь стояла пятиступенчатая коробка. Механика, пятиступенчатые коробки считаются стеклянными и просто рассыпаются, то есть мы не стали ждать, пока она развалится. Мы заказали надежную с распила, да, 6-стоп. Как говорят умные люди, которые переживет 3-4 таких пятиступа. То есть ездим на шестиступе, на стандартном сцеплении, в принципе, хватает. Полностью свап был, то есть редуктор, привода стоят толстые от шестиступа. Что у нас еще здесь сделано? Как тормоза Brembo стоят. Тоже золотистого цвета. Да, это тоже от ГД-версии, то есть от более свежей. То есть, ну, в принципе, это стоковые тормоза, просто от более свежего года. Не знаю, мне хватает, в принципе, по городу. То есть. А по подвеске что, как бы тут? Подвеска здесь тейны стояли. Мы поставили стандартную ГД-подвеску после покраски. То есть, там. Ну, комфортно так-то, как бы, это чувствуешь себя? На этой подвеске, да, вот в данный момент надо немножко такую машину приспустить, так скажем, потому что после покраски она у нас получилась очень задранная. Когда мы меняли задние крылья, они у ВРЦ веса очень большие арки, поэтому машина сейчас как Форестер у меня выглядит. Вообще как Форестер. Но ты загнул немножко. Надо с подвеской немножко поколдовать, немножко ее опустим, будет все хорошо. То есть стоят 18 диски, 9.5 шириной. Не, ну слушай, вот если честно, как бы вот ты едешь, например, она из потока выделяется все равно. Ну, конечно. Как бы смотрится за счет белых дисков, вот это вот как бы визуальное ее состояние очень впечатляет. Она это Рено Меган РС, это заряженная версия Рено. Ну, как заряженная, Subaru. Более мощный выходит завод в Мегане. Ну, конечно. Точно не знаю, но сил 200, я думаю, там может чуть-чуть побольше. Да ты что? Может 250, я даже не знаю, правда.
Ну, RS это у них вот, это как Subaru STI, у Megane RS, у Opel, там, OPC, допустим, Mercedes AMG и так далее, то есть это тюнинг. Корсо, ОПЦ и Астра, ОПЦ, по-моему, точно так же выход, такой треугольный по центру. Ну, короче, у тебя вот эта вот импреза с 13-го года, ты ее купил, да? Так, сейчас 16, но езжу, да, где-то года 3, да, где-то 13-й и год. И ты все это время занимался только ее улучшением, да, ну, получается? Да, да, то есть у меня чу-чу-чу, ничего не ломалось, ну, только моторка закончился. Вот недавно начал ездить, буквально летом, да? Нет, мотор мы собрали... где-то год назад, наверное, летом тем. То есть мы собрали мотор, я поездил буквально там сколько, 2-3 месяца, мы отдали в покраску. Покраска она очень долго стояла, то есть там, ну, есть свои нюансы, так скажем. То есть ставились обвесы в круг, красилось все, подгонялось, выпиливалось. То есть там очень такая сложная творческая работа была. Сейчас трудоемкая. Немножко еще нужно доделать. То есть сейчас у меня вот ни брызговиков нету, ни локеров. То есть это все надо доделывать. Будет время, вот придется еще машину отдать, чтобы ребята это все до ума довели. Поворачивать хотел. Да не, он перестроиться хотел, походу. Тут вроде нельзя поворачивать. Ну, по-любому мне кажется, что этот звук надоедает, когда вот так вот, если повседневно там двигаться так. У меня есть просто вторая машина, когда он надоедает, я сажусь с ней, я еду на ней. Вот это правильно, да, молодец. Дали какой. Дождик, нет, машина в гараже стоит. Двигаюсь на другой. Да я говорю, я вот когда вот ты подъехал тогда у этого, я шел мимо, прям жар идет по ногам, я чувствовал в шортах, как бы, что жар. Пушит жаром. Но все равно японские. Раньше думал, что германские двигатели. А когда в японских поездил, мне кажется, что германское это х**ство. Немцы и японцы всегда между собой конкурировали. Что-то вообще непонятно, да? Вот кто-то за немцев, кто-то за японцев. Такая вот как бы грань есть. Еще как бы среди друзей, среди знакомых вот это вот как бы. Японцы более бюджетный вариант. Немец более как бы такой. Более комфортный, что ли. Про надежность не могу сказать. Я на немцы никогда не ездил. У меня вот всю жизнь было 3 Subaru и 99-я, на которой я учился. Пока у меня нет планов менять там машину или еще что-то. Что там, отсечку надо долбить, нет? Ну давай чуть-чуть. Ну-ка. О, блядь, как будто взрыв какой, взрыв прям. В каждом цилиндре идет взрыв. Это где, в Сесерте? Это в Сесерте, да, вот это Subaru свадьба была. Еще будет? Ну-ка еще раз, да. Вот так он может, просто ввиду того, что сейчас как бы это люди отдыхают, этого не надо. Эту видяшку, не знаю, на Инстаграме есть, может ее как-то выдернуть можно. Трогал, короче. Пальцем никогда, ребята, не трогайте вот так вот. За диски не щупайте пальцем, когда вам кажется, что там что-то бьет. Немного раскаленное. Вообще.